Более 27 тысяч кур уничтожено в Зуевском районе из-за выявленного ранее птичьего гриппа. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской республике и Пермскому краю. Зараженную птицу изъяли на птицефабрике, а также в личных хозяйствах в Зуевке и окрестностях города. По словам специалиста по болезням птиц Екатерины Редкиной, это вынужденная мера. От опасного инфекционного заболевания сейчас нет стойкого лечения пернатых. Если у диких птиц есть доступ к зараженным, они могут распространить заболевание и на частное подворье. В свою очередь человек может заразиться птичьим гриппом от термически необработанных яиц и куриного мяса. При ослабленном иммунитете возможен и летальный исход, предупредила Екатерина. Откуда на закрытой птицефабрике появился птичий грипп, специалистам еще предстоит выяснить, но некоторые предположения уже есть. Это передается от больной птицы. Либо было закуплено поголовье какое-то непроверенное, невакцинированное, либо есть доступ диких птиц. Чаще всего, конечно, передается с водоплавающими, но также с голубями, с воронами, с прочими такими птицами тоже может передаваться. Либо зараженными кормами еще тоже может быть. Все равно какой-то занос был, значит.